Мы вас внимательно слушаем. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное, видение. Как гений... Так, я все видела. Встаем. Я сказала, встаем. Стойте так до конца урока. Ну, а вы побыстрее. Чистой красоты. Томление грусти. Безнадежный в тревогах. Там ничего нет. А ведь это у вас с самого начала здесь. Почему вы не выучили такое простое стихотворение? Ну а сейчас-то вы что молчите? А он тупой! Тихо всем! Тишину, я сказала! После выходных на уроке русского языка мы вас вновь будем слушать. Не расскажете? Вызову вашу маму. Урок окончен.
А как же кофе там? До завтра. Одну чашку давай. Одну чашку. Все, все, хватит. Ты не угоняешь? До завтра. Все. Мы не договаривались так. Я ушла, буду вечером. Слышала? Папа, это я. Так, тебе мама дала этот номер? Нет. У тебя что-то случилось? Я не знаю. Хорошо. Мама, наверное, сказала тебе, что мы снова не увидимся на выходных. Но это потому, что у меня совсем нет времени, понимаешь? Понимаю. Послушай, ты не расстраивайся. Ведь у тебя такой замечательный возраст сейчас. Столько всего вокруг. А то, что у нас произошло с твоей мамой, так бывает, что мы встречаем новых людей в своей жизни, и тогда приходится уйти. Сейчас ты, конечно, этого не поймешь, но пойми, это наш с ней выбор. Это нормально. Ты вырастешь и поймешь меня. А сейчас это надо принять, хорошо? Да. Ну вот, послушай, мне нужно бежать. Много дел, понимаешь? Да. И знаешь, вот еще что. Пожалуйста, не нужно тебе самому звонить на этот номер. Хорошо? Да. Хорошо.
все. Дверь осталась открыта. Ничего страшного. Все, я закрою. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Подожди, нет, нет. Души во мраке заточенья тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без... Эй, Тубик! Эй, барак! Погоди! Что, мимо проходишь? Зазнался? Слышь, да он зазнался! Иди, иди, только завтра весь класс узнает, что твоя мать продажная! Батя про нее так говорил. Он видел. На работе. Говорит, замужем, а сама к другому подкатывает. У тебя в натуре семья фриков. Мать спит со всеми, сын тормоз, а отец так полный баран, что все это терп. Давай! Давай! Вали его! Бей! Бей! Давай, по лицу! Пинай его! Давай! Души его!
Дорогой, а что мне вырезать-то? Не знаю, вырежи сердце. Одно или два? Общее. Дорогой, помоги мне. Ничего без меня не может. Эй, это дерево только наше! Горько! Что случилось? Тебе плохо? Подожди! Но где твоя мама? Я ничего тебе плохого не сделаю. Пустите меня! Нет, ты что? Я тебя никуда не отпущу, пока не отведу к твоей маме. Ай! Ты что делаешь, а? Иди сюда! Не, вы видели? Кусил меня! Иди ко мне, говорят! Да стой! Паразит, а? Кусаться вздумал. Thank you.
шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бур, порыв мятежный разил прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. Глуши во мраке заточенья тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Достаточно. Душе настало пробуждение. Достаточно. Вот. Ну ведь можете быть нормальным человеком. И маме вашей беспокоиться не пришлось. Надеюсь, теперь так будет всегда. Идите, Саша, садитесь на свое место. Тема занятия. Неодушевленные существительные. Это предметы и явления реальной действительности, не причисляемые к живым существам. Это могут быть солнце, море или дерево. Хотя наука и рассматривает их как живые существа, мы с вами должны придерживаться установленных правил.